Здравствуйте, друзья мои, с вами Armenian King. Я не собираюсь играть в этом видео, я просто собираюсь у вас спросить, за кого мне пройти кампанию по Риму 2. Вот я решил, взял и решил пройти кампанию и записать, показать людям. Ну, не могу решиться, за кого мне играть. Например, Галатия — это очень интересный выбор. Варвары на востоке. Будет интересно, думаю. Еще Армения. Но пока что Армения не так хорошо представлена, как я бы хотел. Тут и меня армянские все неправильные. Религия там... Зороастранизм, но у армян была другая религия. Тут есть всякая кучка варваров. Галских кочевников, роксоланы, скифы и так далее, африканские королевства, они тоже очень интересные, но мало юнитов, маленький выбор отрядов, и еще тут эти сверхдержавы, Бактрия, Египет, Селевкид, Македония — не сверхдержава, но все равно очень сильно. И еще могу за Парфию играть, это тоже интересный выбор. За Спарту. И в общем, я даже могу играть это Ганнибал у ворот и или Цезарь в Галлии. Так что решайте сами, оставляйте коммент, а я выберу ту фракцию, которую большинство людей прочитали. Так что удачи, ребята, еще увидимся в онлайн боях и в компании тоже. До встречи.